Был красивый, жаркий летний день. На небе шалуны-воробьи играли в пятнашки, голуби гнались друг за другом между деревьями, а чайки грелись в лучах солнца. Лесная поляна кипела жизнью и восхищала цветами. На пруду под плакучей вербой сидела в гнезде мать-утка, высиживая яйца. «А ну-ка, детишки, пора выходить из скорлупы», сказала спрятанным в яйцах птенцам мама и терпеливо ждала, пока утята придут на свет. –